Муромский историко-художественный музей представил сегодня новую выставку картин. Гости экспозиции увидели живописные полотна Дмитрия Вахрамеева, ранее известного как участника клуба исторической реконструкции «Вариш». О том, как образ средневекового воина сменился на палитру и краски, в сюжете Анастасии Беловой. Его творческий путь начинался в детской художественной школе, которая сейчас носит имя Ивана Семеновича Куликова. Затем он продолжал свое образование во Владимирском университете на художественно-графическом факультете. Сейчас Дмитрий живет и работает в Санкт-Петербурге и является вольнослушателем Петербургской академии художеств. Многие из пейзажей Дмитрия Вахрамеева посвящены именно Санкт-Петербургу. Однако здесь есть и загадочная Карелия, и солнечный Крым. В работах муромлянина отражены красоты самых разных уголков нашей страны. Очень повезло то, что у меня была возможность поездить в эти 3 года и пописать в разных местах. Мне Петербург очень нравился. Я там жил, я приехал с Крыма, и я продолжал писать. И ходил, вот всю Ваську исходил, там весь Васильевский остров, вдоль и поперек. Очень мне нравилось, и я поначалу даже недоумевал, почему Петербург называют серым. Очень чистый, такой звонкий, прозрачный город. Самого художника знают в первую очередь как мастера в совсем другой области, участника клуба исторической реконструкции «Вариш». И оба увлечения одинаково важны для Дмитрия. Живопись – это мое занятие личное. Историческая реконструкция – это занятие совместное, коллективное. И этим мне оно очень нравится. Это одна команда, одно дело, например, поход корабельный большой. Вот, в этом очень много всего есть интересного. От каждого пейзажа веет чем-то родным и узнаваемым, но в то же время особенным. В каждом портрете подчеркнута неповторимая индивидуальность личности. Дмитрий пишет о том, что нравится, передавая при этом уникальность природы и человека. Люблю разные состояния природы, вот, разные световые и цветовые эффекты, освещение, и вот световоздушная среда. Вот это вот мне все хочется, как бы вот, если я заметил что-то, мне хочется в этом вот побыть какое-то время. И это, как правило, уходит 1-1.5 часа, и состояние уже меняется, освещение меняется. И за это время надо что-то попытаться приблизиться к этой красоте. Гости выставки, среди которых были родные, друзья, коллеги и по кисти, и по клубу «Вариш» отметили. Картины Дмитрия наполнены жизнью. Около сотни по-настоящему живых полотен молодого талантливого художника муромляне могут увидеть до конца июля. Анастасия Белова, Алексей Капотов. Новости Муром.